Маша Юмашева родилась в апреле 2002 года. Она стала шестой внучкой Бориса Ельцина, который в это время уже отдыхал на почетной пенсии. Родилась девочка, как водится в семьях нынешних патриотов Родины, в далеком Лондоне, в одной из лучших клиник. Роды в ней обходятся примерно в 5000 долларов, а день пребывания в 900. Выбрала Татьяна это место не случайно. При родах здесь применяют самые современные технологии и лучшие на сегодняшний день лекарства, каких в России не сыскать. Девочке родители, конечно же, не могли не обеспечить соответствующее воспитание. Мать Татьяна Юмашева вместе с отцом, экс-главой администрации президента Валентином Юмашевым, ребенка они с пеленок передали франко-британским няням, которые учили ее думать на правильных языках. Маша еще ходила в памперсах, а уже произносила первые слова не только по-русски, но и по-английски и даже по-французски. Специально для развития малютки любящая мама пригласила в Москву через иностранные агентства двух нянь – английскую и французскую. Маша мечтала об американской школе, но родители стали гражданами Австрии, а потом отпустили героиню в Лондон. Внучка президента Бориса Ельцина Мария Юмашева считала элитную школу в Австрии и свои венские апартаменты безумно скучными. С утра и до середины дня она учится в престижной школе. Вернувшись домой, торопится на балет. Потом быстро назад. Ее уже дома дожидается преподаватель музыки. Маша осваивает фортепиано. Закончив музицировать, девочка едва успевает переодеться и вновь в дорогу. Машенька говорит на иностранных языках, как по-русски без акцента, при этом даже не понимает, почему английский и французский для нее так же естественны, как русский, умиляется ее мать Татьяна. Поиски новых браслетов от Валентина, обуви Прада, сумочек Шанель и очков Кристиан Диор отвлекают Юмашеву-младшую от визитов личного косметолога. Внучка Ельцина – VIP-путешественница. Она уверенно советует друзьям частные самолеты, пятизвездочные отели в Нью-Йорке, а любимым рестораном Москвы называет «Ветерок», принадлежащий судимому за разбой Гавриилу Юшваеву, более известному как Гарику Махачкалинскому. На упреки в социальных сетях, что семья Ельцина живет в мире бриллиантов, Юмашева-младшая презрительно отвечает: «Ты никто,